Привет, чао-чао. Вот мы с вами приехали в солнечную Ниццу. Посмотрите, какая красивая английская набережная. Здесь находится 20 платных пляжей и один коммунальный пляж есть в конце этой набережной. Очень красивое море, пальмы, чайки летают, все цветет и зелено. И вот мы с вами находимся в Ницце, на прекраснейшей, на очень красивейшей площади Массена. Вот, посмотрите, какой шикарнейший фонтан. И вот, посмотрите, какие маленькие вот человечки, находятся вот такие вот памятники. Сидят они на таких вот столбиках, очень красиво. Небольшой парк с фонтанчиками. Это даже не фонтанчики, это какой-то дым такой. Но мы подойдем туда поближе. Очень-очень красиво. Ницца просто белиссимо. Здесь вот небольшая такая площадка для тех, кто хочет освежиться, особенно для деток. Это не туман. Это такая вот в виде вот такого вот испарения водичка. Вот такая вот небольшая площадка, по Ницце их очень много. Есть также еще фонтанчики с водой. Вот такая вот красота. Для туристов это, конечно, небольшие электрички ходят по Ницце. И вот мы с вами вышли на площадь возле галереи Лафайет. Массена. Вот такие вот кафешки накрытые, ресторанчики разные, люди гуляют и просто наслаждаются. Вот туда дорога идет на английскую набережную. Такие вот отели, памятники. Это у нас вот так вот красиво мозаикой выложено. Поднятие к памятнику. Сейчас посмотрим, что же там находится. С вами в такой вот красивой фотографии три нимфы тут. В Ницце очень-очень большое количество фонтанов, разных парков. Всем желаю обязательно-обязательно сюда приехать и посмотреть, полюбоваться. И вот мы с вами сейчас находимся возле парка, который посвящен Альберту Первому. Вот такой вот небольшой монумент тут есть. Там вот парк, про который я вам уже рассказывала. Отель Плаза здесь есть. Все кругом очень-очень зелено. И очень красиво. Тут, наверное, проходят какие-то ремонтные работы, и поэтому закрыто на время. А теперь мы с вами находимся на небольшой площади. Это Square Яцек Рабин, наверное, какой-то еврей. И вот, посмотрите, такой вот небольшой фонтанчик. И вот такая вот красивенькая, шикарнейшая карусель для деток. Ну, я думаю, что тут и взрослые смогли бы покататься на такой красоте. Вот такие вот лошадочки. Супер! Супер-супер каруселька в Ницце. Вот такие вот вертолетики летают над Ниццей. Это вот английская набережная, посмотрите. И дальше мы с вами подойдем еще к такой вот отель Le Méridien. А там дальше уже всеми любимый Макдональдс. И вот здесь небольшое казино, которое называется, сейчас я прочитаю, как же оно называется. Здесь в Ницце очень много русских туристов. Русскую речь слышно везде. Казино Рук. Или Руль. Не знаю, как оно правильно читается. Вот такое вот небольшое казино. Еще на этот шикарнейший отель Медитеранья. А вот это вот основное казино. Вот это большущее казино города Ницце. Вот посмотрите, какая красота. Дальше там виднеется отель Негрес. На набережной вот такие вот небольшие вот беседочки находятся, где люди могут спрятаться от солнышка. Вот такие вот беленькие со скамеечками. Очень во дворе отеля Royal, Le Royal, вот такие вот апельсиновые деревья. Очень красиво. И посмотрите, как красиво оформлены балкончики у этого отеля. Очень-очень красиво. А еще в серединке есть вот такая вот дама в купальнике, сейчас мы поближе подойдем, посмотрим. Вот такая вот красотка. Отель Le Royal. Королевский отель. Вот такой вот вход. И вот такая вот красота. Вот мы с вами находимся в музеях имени Массена.
Сен, это был наполеоновский генерал, и в честь него... Нет, я ошибаюсь, это был просто художник. Нет, генерал, в честь него названы... Правильно я сказала, наполеоновский генерал, в честь него вот создали такое вот количество разных музеев. Вот Ницце, променады. И вот мы с вами находимся на территории этого музея. Вот такая вот красота. Это вот вход в музей, вот такая вот красота. Такая вот билетерия у музея Массена. И вот такая вот цена. 20 евро на 7 дней. Попасть в этот музей и походить только один день, это будет стоить 10 евро. А если в 17 музеев, можно продлить это удовольствие на 7 дней и заплатить всего-навсего только 20 евро. Вот так вот. Так что приезжайте и ходите. Но у нас, к сожалению, сегодня времени нет, и мы приедем в следующий. Посмотрите, какой красивейший вход в отель Негреско. Этот отель всегда участвует в лучших соревнованиях на лучший отель мира. У него 5 звезд. Вот такой вот таким вот красивым архитектурным ансамблем он сопровождается. И красота. Вот такой он со стороны, красавчик. С красивым куполом. Очень-очень красиво. А вот еще один центральный вход в музей Массена. Вот посмотрите, это вот парк. Вот такая вот красивая выгравирована здесь буква М на воротах. И вот сейчас мы с вами прогуляемся. Пальмы, газончики. Вот это вот здание, куда мы сегодня не сможем попасть. Это вот знак, его, наверное, орден Массена, который ему присвоили. Парк еще имеется вот этот вот отель Негреско. Я думаю, что когда-то и мы будем там отдыхать и остановимся на прекрасный отдых в городе Ницце. Вот такой вот отель Негреско со стороны, с флагом Франции наверху. И вот такие вот небольшие вот красивенькие беседочки с такими вот тендами вверху. Вот можете присесть на лавочку, как люди это сделали, и отдохнуть чуть-чуть в тенечке. Смотрите, какое небесно-голубое небо и улыбающийся вот такой вот парашютик с людьми, которые плывут в море. Класс! Здесь вот пляж из гальки, но дальше, может быть, даже есть и песчаные пляжи. Очень-очень красиво. Вот посмотрите, вот такой вот бесплатный коммунальный пляж. Очень чистенький. С галечкой. Вот такой вот люди себе лежат, отдыхают. Вот вы можете взять на прокат вот такие вот велосипеды голубенькие. Не знаю, сколько они стоят. Но тоже для удобства. Вот такое вот голубое прозрачное небо. Супер! Супер-супер! И даже вот Анджело Джерино, вот такая вот картина на набережной. Ницца – это город, который был создан греками в 9 тысячелетии до нашей эры. И он был назван в честь богини Никии. Здесь он второй по численности после Парижа по музеям. Здесь очень много парков, архитектурных всяких памятников. Очень-очень красиво. Вот отель Медитеррания со стороны. Вот такой вот ансамбль в римском стиле. Такая мансарда огромная есть в этом отеле. Вдоль набережной очень-очень много классных, супер отелей есть. Выбирайте на любой вкус, были бы денежки. Вот в таком-то автобусике можно прокататься по Ницце с такими вот наушниками, где вам все рассказывают. Интересно, сколько стоит же билет? 8 евро. Ой, 45 минут, супер. Может быть, я сейчас сюда и тут и вот покатаюсь. Смотрите, какой огромнейший лайнер заплывает в порт.
Вот такая вот красота. И благодать. Я взяла в коробочку себе такой небольшой бокс-ланч. И вот сижу, наслаждаюсь. Вот это вот платный пляж. Посмотрите, сколько людей. Это небольшой такой вот бассейн для деток. И бескрайнее Средиземное море. Супер-супер. Смотрите, как близко возле нас летают самолеты с аэропорта Ниццы. Очень-очень близко. А сейчас мы с вами зашли в итальянский Макдональдс. Вот такое вот количество людей в Макдональдсе в Ницце. И вот наша компания. Чао-чао. С ребятами зашли вкусно в маленький такой вот барчик итальянский. Сейчас будем пить французское вино. Вот такое вот небольшое. Вот посмотрите, это перед нами здание оперы города Ницца. Там вдали виднеется какая-то церковь или собор. Вот такая вот опера. Сейчас с вами мы продолжаем гулять по английской набережной. И знаете, почему она так называется? Потому что в 18-19 столетии англичане очень интенсивно скупали здесь недвижимость. И поэтому назвали эту набережную английской набережной. Вот такая вот маленькая предыстория. Вот так вот близко очень летают самолеты. Буквально каждые 5 минут. И здесь есть небольшие волейбольные площадки, и молодежь себе играет в волейбол. Совмещает приятное с полезным и занимается активными видами. Вот мы с вами зашли в улочку, и посмотрите, тут везде накрытые столики, сколько много баров и ресторанов. Вот все усеяно. Ну, туристов много, и, соответственно, их надо обслуживать. Вот, посмотрите, это такая вот красивая церковь. Здесь, наверное, был базарчик Селия. А вот это вот такая вот красивая резиденция. И все усеяно барчиками. Это площадь Санто-Доминика. Вот это вот такой вот, наверное, Палац де Джустиции. Ага, Палац Юстиции. Вот такой вот небольшой базарчик здесь есть. Всякие сувенирчики продают здесь. Можно кое-что себе прикупить. Шарфики, магнитики, украшения всякие, сумочки. Вот такая вот красота. Вот такой вот огромный палац. И вот такое вот есть часовая башня. Посмотрите, какие красивые огромные часы. И сейчас у нас 4 часа и 30 минут почти. Видите, какие красивые куски пиццы здесь продаются. Вот такая вот итальянская выпечка. Итальянская, французская. Вот такие вот сувенирчики вы можете купить в Ницце. Такие вот сумочки, фартушки, такие вот футболки. Вот такая вот. И мы сейчас поднимаемся вот чуть-чуть вверх по лестнице. И вот паровозики возят туристов. Такой вот у них маршрут. Там виднеется вдали какая-то башня. Еще не знаем, что. Вот так вот мы с вами гуляем по Ницце. Вот мы с вами находимся возле такого вот собора. Я не знаю, что это за церковь, что это за собор, но очень-очень красивый. Вот так он оформлен, такие вот статуи. Вот так вот в середине там. Сейчас мы зайдем чуть-чуть посмотрим. Снимать в середине нельзя, к сожалению. Какая красивая французская. Красивая кондитерская. Вот эти вот макарончики, куча их. Вот такие вот коробки. Очень красиво. Очень-очень-очень красиво и, наверное, очень-очень вкусно. Вот целый магазин вот такой вот.
и рахат лукум, всякие мармелады, шоколады, все на любой вкус. Все эти печенюшки. Вот такая вот вкусняшка здесь. Заходите сюда и покупайте. Такие вот маленькие коробочки, еще что-то есть. Сейчас посмотрим, как же называется это кондитерская. Кондитерская называется вот так. La Freys. Это очень известный магазин. Михаэль Грин. Вот так вот он представлен. Такими вот красивой такая вот барышня. Такие вот красивые здесь платья, украшения. Все камнями устроено. Вот так вот еще и там вот дальше. А дальше заходить не будем, но вот посмотрите, какая красота. Подошел к концу наш прекрасный день в городе Ницца. Сегодня мы провели его очень-очень великолепно. Вот, хотим сказать до свидания, прекрасное Средиземное море. И до скорой встречи. Ницца, ты просто волшебна. Очень-очень красиво. И говорю вам, чао-чао, всех любим и целуем. И до скорой встречи.